Здесь проходят занятия по робототехнике в биотехнологиях. Робототехника – первая площадка, которую посетил Павел Малков. Ребят в классе немного, однако каждого называют не иначе, как вундеркинд. Поэтому и результаты у них отличные для своего возраста. Тут главное эти начинания поддерживать, говорит в РИО губернатора Рязанской области. Всего в Центре одаренных детей «Гелиос» обучают по трем направлениям – искусство, наука и спорт. Познают науку здесь порядка 1500 детей из Рязани и области, в том числе и по дополнительным программам. Их здесь 32. Например, цифровые технологии, 3D-моделирование и другие. Часть этих площадок посетил Павел Малков. Макет готов, дети отрисовали. То есть что у нас здесь представлено? Здесь выставлена цветовая гамма. Вся. Эта цветовая гамма отвечает за то, что какой режим резки будет. То есть будет ли это обводка или это будет сквозная резка. Центр создан в 2021 году. По региональному и федеральному проекту «Успех каждого ребенка» и нацпроекту «Образование». Его бюджет почти 203 миллиона рублей федеральными субсидиями. Высокотехнологичное оборудование уже закупили. Вопрос у Павла Малкова появился логичный. Как сюда записаться? Как происходит запись? Я записываюсь тут же или это отдельный совершенно? Сначала надо завести личный кабинет. Да. Родителей здесь. А завести личный кабинет вот именно здесь. На госуду. Как заявила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, в регионе действует система «Навигатор-62», которая интегрирована с госуслугами. Каждый желающий может подать документы на обучение в центр и выбрать направление. В РИО губернатор отметил, что здесь ребята получают знания по востребованным направлениям. И важно, чтобы обучение осталось бесплатным и было доступно для всех школьников. Тем более, что центром заключены договоры о сотрудничестве с ведущими вузами города и области. Первая смена, кстати, стартует уже скоро, 30 мая. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».